Во Дворце культуры имени Чкалова состоялся областной семинар-форум «Развитие библиотек Московской области». Его организаторами стали Министерство культуры и туризма Московской области, Общероссийский профессиональный союз работников культуры и Московская губернская библиотека. Это мероприятие стало площадкой для обмена знаниями и обсуждения планов по развитию библиотечной сферы в регионе. Министерство культуры выбрало нашу площадку для проведения областного семинара, где будут рассказаны новые возможности для работы библиотек. И сегодня представлены некоторыми предприятиями те новинки, которые предлагаются для современной библиотеки. Новинки для библиотек были представлены на выставке по двум темам: успешный опыт реализации проектной деятельности в библиотеках и успешные практики работы библиотек по использованию RFID. Технологий. Теперь забрать или сдать книгу намного проще. Нужен всего лишь такой читательский билет и система бронирования литературы. Достаточно начать работу. Прикладываем билет. Забрать заказ. Открывается вот такая ячейка, где мы забираем книгу. Также можно легко ее сдать. Система считывает книгу и оформляется ее возврат. Выбор места для проведения семинара не был случайным. Больше года назад в Доме культуры начала работать первая в округе модельная библиотека. Для создания такого современного пространства был разработан уникальный дизайн. Основная задача преобразования – привлечь молодежь к интересным и полезным занятиям. Преобразование нашей библиотеки дает свои плоды, и все больше и больше людей приходят, читают книжки именно в нашей библиотеке, и дети активно записываются. Библиотечное дело в округе развивается. Растет книжный фонд, приводит в порядок помещения. Например, в центральной библиотеке на улице Пушкина сейчас идет капитальный ремонт по специально разработанному дизайн-проекту. После его завершения здесь будут использовать цифровые технологии, чтобы жители нашего округа могли получать доступ к современным ресурсам. Мария Синина, Евгения Корытько, Щелковское телевидение.